Всем привет! Вы на канале Усерта Бьюти, а это значит, что вы на канале честных обзоров и хороших советов. И с вами я, Сирта. Сегодня у нас распаковка по 12-му каталогу. Распаковка у нас на 56 баллов. И первое, что у нас пойдет, это скраб для лица. Это у меня клиентский заказ. Он у нас шел по акции. Два продукта по скидке 50%. Скраб у нас гранат-василек. Очень хорошо очищает кожу. Удаляет омертвевшие частички кожи. Также очищает загрязненные поры. Плюс успокаивает нашу кожу. И очень приятная душка, ненавязчивая. Уже для себя покупала много раз. Данный скраб у меня чаще всего заказывают. Также покажу вам его консистенцию. Вот он у нас. Видите? Тут внутри него такие частички черненькие. Это семечки граната. А по акции он шел с вот этим вот продуктом. Это умывалка, клининг-гель. Прекраснейший продукт. Сейчас покажу его с... Вот это мой начатый, это новый. Покажу вам его тоже консистенцию. Он прозрачный, очень хорошо мылится. Мылится обильно, так скажу даже. Я его в основном использую вечером, когда хочу смыть макияж. Вот он у нас, видите, прозрачненький и густенький. Хорошо удаляет макияж и не сильно щипит глаза. Скраб артикул 0776, гель артикул 0773. Следующие два продукта у меня будут из серии Home Gnome Green. Они у меня тоже шли по акции, два продукта из одной линейки, 55% скидка на них была. Биогель для очищения туалета многофункциональный, хвойный лист. Мы решили перейти именно на этот гель, так как от любимого геля, по-моему, который был морская свежесть, все время был бирюзовый унитаз, и вообще он ведет себя странно. А данный гель очень хороший, хорошо очищает и никаких разводов не оставляет. Вот с ним по акции шел вот такой вот биоосвежитель воздуха, тоже из серии Home Gnome Greenly. У него здесь есть стоппер. Так что дети, если случайно возьмут его, точно не смогут сами открыть. Он очень, видите, плотно закрывается. Оп. Очень приятный аромат. Кстати, называется он акватический мист. Берем его именно мы впервые, освежитель, но могу сказать, что мне очень понравился от него аромат. Кстати, как раз я еще какое-то время с ним под ним постою. Если мое мнение поменяется, я вам об этом скажу. Следующие у нас пойдут помады Soft Nude. Они у нас шли по акции со скидкой 55% при заказе по каталогу на 13 мана 49 копеек. И их у нас, если не ошибаюсь, тут 6 штук. Какие-то из них у меня мама заказывала, какие-то из них я, какие-то клиентские. Поэтому свочить мы их, к сожалению, не будем. Но я вам их вскрою, покажу. Первое у нас идет 40-493, коричневый нюд. Да, и сами помады тоже по текстуре мне очень симпатизируют, так как текстура у них такая пудровая, бархатная. О, какой красивый оттенок. Кстати, у этих помад очень приятный аромат. Следующий оттенок у нас тоже Soft Nude, пудровая помада. Тон коричнево-розовый. Чем-то похож с предыдущим, но думаю, на губах они будут отличаться, да. Тот был более такой коричневый. Артикул 400-994. Следующий у нас янтарно-коричневый. 40-992. Бежевый нюд. Артикул 40-991. Следующее 40-987. Приглушенно-розовый. Следующую позицию просто-напросто обожает моя мама. Это у нас бальзам-растирка с сапельником. Данный бальзам спасает ее от боли в спине, если в каких-то суставах. Иногда я им пользуюсь тоже, редко, но тоже пользуюсь. Когда бывает после долгой прогулки, очень сильно устают ноги. Так, прежде чем открывать, покажу вам его. Вот он у нас вот такой. Его наносишь на проблемное место, и боль проходит. Вот здесь у нас
закрыт фольгой. Такого молочного цвета. Немножко жиденький. Ну, хорошо помогает, спасает при любых каких-то вот дискомфортах в суставах. Это была акция на любое средство Эксперт Фарма. Домашняя аптечка со скидкой в 50%. При покупке по каталогу на сумму 13 манат 49 копеек. Также по акции я взяла 2 шампуня Ботаника со скидкой 60% при покупке на сумму 13 манат 49 копеек. Шампунь 2 в одном для слабых и поврежденных волос, восстановление и защита. И второй у нас шампунь, восстановление и уход. Главные компоненты — прополис и шиповник. По акции на распродаже я заказала на зиму колготки по потрясающе низкой цене со скидкой 60%. Колготки из микрофибры. Кстати, акция называется «Италия». Скидки на итальянские колготки. Цвет серый, 8 ден плотность. Также я покажу вам вот такой вот салатник. Он у нас, видите, в какой коробке пришел. И запакованный. Верные друзья, средняя кисушка. Артикул салатницы 910-379. Брала я его по акции на распродаже «Скоро в школу». Скидки до 75%. Там и колготки, и детские, там и носочки. Носочки, кстати, которые можно перекрашивать, раскрашивать, как хочешь. И детская посуда. Также взяла по этой же акции такую вот папочку. У меня уже одна такая есть, но я думаю, вторая мне не помешает. Она очень удобная. Сейчас покажу. Она немножко такого лично для меня необычного формата, как для папки. Потому что, смотрите, вот она вот такая вот идет. И вот здесь артикул 910-344. Сюда можно положить какой-то листочек. Плюс здесь сделаны удобные такие вот прорези, чтобы если вытащить листочек, да, вот так раз легко и вытащим. Очень удобно. Я как мне и свои какие-то личные вещи храню, документы, листочки. Так что очень удобно. Серия «Верные друзья». Следующим я покажу вам новинку 12-го каталога. Это тональный Ultra Cover Foundation. Сейчас мы его с вами вскроем и какую-нибудь неровность найдем и перекроем. Мы ее найдем. Посмотрим, насколько хорошо он перекрывает. Я даже смотрела на днях обзоры девушек в Фаберличек и видела, как они очень радовались, говорили, что он перекрывает даже то, что ничего просто не перекроет. У нас тут, видите, такой салфеткой запакован. Фаберлик Драйв предоставляет скидку на концентрированный тональный крем. Тон у нас фарфоровый. Артикул 67-45. О, он такой густенький. Я думала, сейчас пойду. Не, он густенький. Вроде тон фарфоровый. Выглядит темновато. Я что, светлее фарфорового, учитывая, что у меня загар еще на мне. Я же загоревший человек вообще-то. Запаха никакого не имеет. Так, давайте что-нибудь такое попробуем перекрыть им. Ну, вот тут что-то. Да, он концентрированный. Несмотря на то, что какую капелюшечку я выдавила, я уже капелюшечку не знаю, куда девать. Он очень концентрированный. Ой. Но перекрыл, скажу, хорошо. Цвет, мне кажется, мне чуть-чуть темноват, но на камере этого не видно. В жизни слегка. Может, он просто отличается от тонального, который сейчас на мне. Кстати, на мне сейчас кушон от Baby Face. Или кушон, как хотите, можно говорить. Я люблю говорить кушон. Вот так вот.
И он довольно-таки быстро застывает, даже несмотря на то, что я нанесла его на руку. Мне уже сложно было брать его на лицо, потому что я вижу, насколько он застыл. Надеюсь, видно было. Очень на это надеюсь. Кстати, данную звездочку я сделала вот таким вот лайнером с одной стороны и штампиком с другой стороны от ISU. Стрелки я сегодня тоже им нарисовала. Он у меня уже почти что закончился. Лайнер уже не так хорошо рисует, так как он у меня уже где-то год. А вот штамп, смотрите, все еще рисует очень хорошо. Вот он у нас, видите? Так, вот штампик. Это у нас корейская серия. По акции «Остатки сладкие» я взяла вот такую вот сыворотку для волос от Ботаники. Скидка у нас была до 75%. Восстановление и питание. Видите, взяла аж 4 штуки. Я их еще не пробовала. Вот она вот так у нас выглядит. На камере он более голубой флакончик, точнее более синий, а в жизни он более такой бирюзовый. Также по акции «Остатки сладкие» со скидкой до 75% я взяла мисс для сна Dream Therapy. Он у меня уже не в первый раз, я его беру на раз четвертый, в пятый. На самом деле помогает уснуть, спать даже крепче, лучше. Его приятный лавандовый аромат, ненавязчивый. Расслабляющий мисс для сна. Артикул 2559. Также по акции в распродаже «Остатки сладкие» на втором шаге я взяла вот такую вот стойкую матовую помаду, жидкую матовую помаду Stay True, тон черничный десерт. Вот такой вот у нас светленький оттенок. Брала я ее себе, поэтому можно будет вычернуть. Так, давайте посмотрим. Такой вот интересненький оттеночек, такого у меня еще никогда не было. Очень нравится одушка у Stay True. Сейчас даже она совпадает с названием и вправду черничный. Она у нас жидкая, но застывает, как вы видите. И ее будет довольно-таки сложно стереть с руки. Но зато она очень долго держится на губах. Вторую помаду по акции «Остатки сладкие» я взяла Heavy Color. Glam Team Makeup. Сейчас я вам ее тоже покажу. Оттенок, сейчас скажу. Оттенок у нас затмение нюда. О, красиво. Ее тоже брала для себя. Сейчас мы ее тоже свычернем. О, какая красота. И третья помада по этой же акции тоже у нас. О, сейчас я ее открою. Heavy Color. Куда же без того, чтобы промыть? С этого никуда. Называется у нас «Мемуары красного». Ох ты ж, какой красивый. Мне даже захотелось накраситься ими. Это у нас «Мемуары красного» я сделала. Ну да, сиртап без красной помады у нас не может. Мне кажется, очень красиво. Безумно люблю на себе красные помады. Не знаю почему. И четвертая помада по данной акции. Первая леди. Матовая тоже помада. Артикул 44127. Тон впечатляющий каштановый. Ох ты ж, какой цвет. Зря я не подождала. Красивый, красивый цвет. Уже заляпала футлярчик. Очень люблю данные помады, они довольно-таки стойкие. И плюс очень практично в ношении. Даже не нужно брать с собой дополнительное зеркальце, так как здесь уже зеркальце имеется. Открыл, аккуратненько сделал. Зеркало очень четкое, не такое, как бывают, такие как пластмассовые, нет. Очень четкое зеркало с хорошим изображением. Также покажу вам, видите, уже данная матовая помада, она у нас застыла. И все. Чуть-чуть она окрасила палец, но даже не потерлись границы. Ну, не считая это не такая стойка, эту можно размазать. А эту нет. Ой, я прям как-то АСМР-девушка.
Следующий продукт. Туалетная мужская вода. Вот, не отсвечиваю. На ней сейчас фолька. Я вам продемонстрирую свою. Еще у меня осталось. На нее я истратила свой лайк на один продукт. Эту туалетную воду мне заказали. Но сама я ее просто обожаю. Я обожаю ей пользоваться, несмотря на то, что это мужская вода. У нее просто потрясающий аромат, особенно после спорта. Во-первых, он очень долго держится. Во-вторых, ты вот идешь и просто пахнет такой свежестью, такой вот чистым-чистым. Кстати, данный аромат — это был подарок тогда моему 100-му подписчику. 26-я позиция, это у меня будет пудра Wet n Dry, уже даже не знаю, который раз я ее обновляю. Она у меня довольно-таки быстро заканчивается. Я всегда покупаю фарфоровый тон. Артикул у нас 63-49. Вот она у нас. Здесь у нас большущее зеркало. Также здесь всегда вот такая вот защитная пленка лежит. Сейчас чуть не уронила его. Оп. Чтобы вы посмотрели, насколько вот, видите, оттенок совпадает с моей кожей. Также здесь в комплекте идет вот такая вот губочка, но я ей не пользуюсь, потому что эта губочка делает очень плотный слой. Слишком для меня плотный слой, поэтому я использую в основном всякие вот щеточки. Вот такую тоже сейчас я ее покажу вам. Ну вот я такой тоже часто наношу пудру, набираю, и таким образом я делаю идеально ровное покрытие пудры на лице, чтобы не было где-то перебора, а где-то недостатка. Также данная пудра сейчас является хитом продаж, и она по специальной цене. Если вы хотите покупать также продукцию Faberic с большими скидками, то регистрируйтесь по ссылке, которую я оставлю в описании, и у вас будет свой личный кабинет и такие же большие скидки. Ну и последняя, 27-я позиция, которую вы уже увидели, это у нас кисть для румян. У меня уже такая кисть есть, это клиентский заказ. Иногда я ее использую по назначению для румян, иногда для пудры, но что мне в ней нравится именно для румян, то что она, видите, из-за того, что она не такая большая, как другая, которая для пудры, она набирает такое небольшое количество румян, чтобы не переборщить. Ну вот и все, солнышки мои. Это был наш последний продукт на сегодня. Ну, а я с вами не прощаюсь. Я вас люблю, целую, обнимаю. С вас только подписка, лайк, ну и проверьте обязательно ссылочку в описании. Люблю, целую, пока-пока! Данный скря... 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 скря...